Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Rayman Legends. И я думаю, так, надо пройти уровень вперед по снегу. Никаких причин его не проходить я не вижу. Эх, зараза, убежал. А, тут скользить мы сейчас будем, да? Что? А почему она стала такой маленькой? Ты почему такая О, она, кстати, может тут вот так делать. А я могу А, нет, видимо, не могу. Эти люмы такие здоровые. Блин, а прикольно, я выбил все там, получается. Как же туда наверх-то запрыгнуть? А, вот тут пираньек уже нету. Кстати. Блин, прикол. Так, надо вот эти вот все впадинки проверять, потому как где-нибудь тут обязательно может затесаться этот король. Что с самого начала? Ну фига, зачем-то... А, я понял. Я могу в прыжке вверх. Ну только сейчас уже почему-то. Так, а меня какой? Вот этот второй официант убил. Так, отлично, спасли первую малютку. А она не первая, я так и знал. Ну, наверное, первая вот тут. Или нет? Блин, а где же первая малютка? Thank you.
меня такое... А, так вот! Во, теперь нашли первую малютку. Блин, меня на самом деле маленькой больше прикалывает играть за счет вот таких всяких подлетов и прочей лабуды. Так, тут, кстати, может под водой что-то быть. Но, походу, нет. О, а вот там вот по-любому. Блин, ну зачем она... Как же туда запрыгнуть-то? Да блин, только не с самого начала, пожалуйста. Фух, слава богу, отсюда, и я еще и маленький. Да какого черта? Давай. Так, а как мне стать маленькой? Дайте мне стать маленькой. Ладно, я понял, кажется, как туда залезть. Сейчас я умру специально. Да нет, нет, вверх надо было. Но это не то, что я хотел, совсем не то. Хотя результат достигнут. Я просто хотел туда залезть. Отлично, теперь мы спасли третью. Блин! Мама дорогая. Почему я этой... А вверх она не может бесконечно, она вверх только один раз делает. А вот там, кстати, секреточка, ребята. Вон, видели? Только как туда попасть? А туда надо на пузырьке пролететь. Только так. Это, кстати, не так, в принципе. Ну, блин, вот тут вот его главное не потерять. Да блин, ну какого черта, скотина ты?
Да ну какашка! Не, вот это все как раз легко. А, секретка здесь, а я ее там ищу. Не пойму, что ее нет. А, он все равно тут, зараза, лопается, да? Так, а как же ее взять-то? Да ты чё падаешь? Не, ну у меня единственный вариант на пузырьке, но только быстрее, может. Может, он лопается как бы по времени. Да ну блин, ты сволочь, что ты так сильно прыгаешь-то? Я же даже не зажимал. Тут зараза. О! Да, реал на пузырьке. Слушайте, сработало. О! А что надо делать с ним? А чё делать-то надо? Чё за нафиг? Вот он как-то начинал стрелять у меня. А, вот он стреляет на эту кнопку. Ого! А что он втягивалкой своей... А, втягивалка это тупо тормозить его. Там ничего нет. Охренеть! Есть!
Так это мы королеву нашли, да? То есть первый этот нычку. Да, все верно. Вот теперь можно смело идти дальше. Не, ну так быстро нам не стоит идти. Мне кажется, мы можем что-то пропустить. Да ну какого черта ты ж такая медленная? Ну это офигеть. Да не туда иди, собака! Есть еще один. Так, отлично. Как-то мы прошли эту часть, я думаю. Ну куда ж ты? Есть, спасен еще один люм. Фух. Да как так-то? Так, там вроде бы наверху ничего нет. А, так а эти они ничего не делают. Даже от такого удара. Так, ладно, будем считать, что короля мы пока не нашли. Ух ты, тут такой вид прям. Так нечестно.
Походу, вот это секретка. Да. Секретка на короля, отлично. А как их? Подожди. Ну нафиг, говнище. Так нет, я же с секретки начинаю, правильно? Вот. Есть. Так, прошли короля. Отлично, секретку. И сколько нам? Два осталось этих люма. Да. А, один даже. Так, ладно, пофиг. Я уже не хочу собирать эти. А, ну вот он, последний. Ха-ха. Так, этого впечатали. Последний остался вон он. Ну, этот легкий. Подсракон ему. Случайно зацепил паузу. Старт. Так, отлично. Мы, кстати, по-моему, тоже хорошо прошли на золото, да? Да. Отлично. Еще один прошли. Ну, уже 197 у нас из этого. Так, и все, ориджины больше нам недоступны. Давайте откроем... Не-не-не. Счастливый билет, может быть, картина будет. Нет, тут сущность. Ну, нормально, сущность. Пойдемте позырим, что за сущность. Пойдем позырим, что за сущность. Так. Свинтус. Ну ладно, за одним этим не буду бежать. Так, значит, получается, Back to Origins у нас пройдены все, которые открыты уровни. То есть мы последний сейчас прошли, если я ничего не путаю. И нам надо... Так, тут пройдено на 100%, тут пройдено на 100%. Все, можно будет переходить уже к этому уровню. Ну, точнее, к этой серии уровней, да? Но я к ней перейду уже... О, тут открылась еще штука. Я к ней перейду уже в следующем выпуске. А этот выпуск я на этом закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.